Ну, вот так вот, порадовавшись за японцев, за замечательных ребят, за Наруто Такахаси и Мирана Трена, сейчас будем переживать за наших. Юга Кавагути и Александр Смирнов. Новая короткая программа под композицию Джо Сатриани. Изумительная короткая программа, может быть, одна из лучших их коротких программ. Ну, конечно же, на вкус и цвет товарища нет, дорогие друзья. Чисто только мое мнение, вот, но мне это очень нравится, потому что сразу появился какой-то новый современный облик у пары, потому что я помню, как Тамара Николаевна Москвина пыталась создавать эту пару с самого начала, да, сколько было вложено усилий, и все первые шаги были направлены на то, чтобы сделать невероятно сложные шокирующие элементы. То есть там была такая некая акробатика на льду, и Тамара Николаевна Москвина сама это объясняла тем, что надо, чтобы пара запомнилась, понимая, что линиями они на тот момент не скатанные, запомниться не могут. Нужно было просто-напросто поразить судей и зрителей, чтобы, о, все ахнули. Ну, некий такой цирк на льду, да. Трюк ради трюка, риск ради риска, да. Затем постепенно, когда, вот это первая ошибка, да, не докрутила Юка тройной тулуп. Как всегда, изумительная подкрутка, вот. Все чисто, хорошо. Вот, затем постепенно пара скатывалась,
появилась вот эта гармония скольжения, выброс, тройной Ридбергер. К сожалению, Юка, такое ощущение, перестраховалась. Да, вот она здесь могла, наверное, все-таки додержать, но решила, пусть лучше так, зато без падения. Но уже понимая то, что есть падение на параллельном прыжке. Затем пара скатывалась, и появилась вот эта гармония в дуэте. Но и тогда уже стала Тамара Николаевна Москвина вместе с хореографом Татьяной Дручининой придумывать для них, что называется, не только сложные элементы, но и экзотические темы, экзотические повороты в программах. Вот все время играть на грани вот такого шокирующего образа, провоцирующего образа. И вот в этом сезоне они представляют вот эту короткую программу, которая просто, что называется, короткая программа, с одной стороны, для души, а с другой стороны, с тем набором технических элементов, который позволяет занимать первые места на любых соревнованиях. И при этом Джо Сатриани звучит нейтрально и всегда современно, как мне кажется. Поэтому смотрятся они в этой программе и в этих костюмах просто здорово. Ну что, смотрим. Смотрим. 64-45 лучший результат сезона. 50, всего лишь 55 баллов. Логично. Логично, тут с этим не поспоришь. Они сейчас четвертое место занимают. Это на самом деле абсолютное повторение старта.